Сегодня же глава Чувашии провел в Москве ряд рабочих встреч. Было интересно, прежде всего, уточнить, какое софинансирование мы с федерального бюджета получим на наши объекты, по тем объектам, которые приурочены к нашим праздничным мероприятиям. Это 550-летие образования города Чебоксары, 100-летие образования Чувашской автономии. Почему? Потому что определенный секвестр в федеральном бюджете произошел, и по тем подтверждениям я получил очень хороший такой ответ. У нас все эти объекты, они включены. Мы в этом году то, что предварительно обговаривали, 1 миллиард 7 миллионов рублей получить, мы их по факту получим. Касаясь региональных дорог, касаясь межмуниципальных дорог, касаясь реконструкции федеральной трассы А-151 М7, мы ежегодно будем миллиарды рублей получать. Это практически наша перспектива, во-первых. Во-вторых, строительство высокоскоростной магистрали тоже в перспективе все обозначено. Министр транспорта Максим Соколов в своем докладе это четко обозначил.